Привет, друзья! У нас закончилась зима, как вы видите. Я приехал на стройку посмотреть, что же сделали за полторы недели, наверное, как меня не было. Или за неделю, в общем. Давайте с вами пройдемся и быстрым взглядом пробежимся, что здесь и как. Я смотрю здесь. Вот это вот все заделали. Больше ни в одном доме такого не было. Розетки. Что еще? Ну, естественно, строители... Насрали обезьяны какие-то. Куча тарелок каких-то, еды валяется, всего остального. Кстати, я вам хотел показать. У нас же тут зима была. Вон, видите, в окошко снег. Если вы не видели, то я вот сюда вот поставлю ссылку на видео зимы, которая у нас здесь была в этом году. И заодно мы посмотрим, что в доме произошло за 3 дня минусовой температуры. Ванны у нас как были набраны, так и набраны. Это лед. Хороший такой лед, не ломается. Выдавила вот эту штуку. Видимо, там все-таки что-то где-то промерзло. Вот оно подтекает чуть-чуть. А, там вода. И когда оттает, отсюда вода пойдет в ванную, в общем. Не знаю, что дальше будет. Помимо всего прочего, что в этом доме сделали? Давайте с вами глянем. Там у нас не сделали ничего, то есть сюда не приходили ни пламеры, никто. То есть здесь, кстати, тоже лед, все замерзло. Гипсокартон у нас как лежал, так и лежит. Еда добавилась, говнище вот это. Ну, ничего. Дальше. Сюда приходил электрик, как вы можете заметить сейчас. Он сделал вот эти вот все розетки. Добавил розетку сюда, которой не хватало. Вывел розетку туда. Еще одну здесь, это будет для плиты, это я не знаю для чего, там, для всего остального, наверное. Вывел розетку сюда, сюда, то есть везде, где в кухне будут розетки, они теперь тоже здесь стоят. Дальше. А, это так и не сделано ничего, потому что пламеры, я так понял, не приходили. Вот это вот лужа, потому что стекол нету, и, соответственно, сюда накапал снег, нападал, и все это дело подтаивает. Что еще здесь происходит? В принципе, особо больше ничего. А, как вы видите, вот этот дом уже почти закончен. Поставили ограду, забор будут делать. Здесь пока тоже больше ничего не было с вами. Я на улицу по траве ходить особо не хочу, потому что грязно будет. Оно же все тает. Поэтому так просто пробежался посмотреть с вами, что в этом доме творится. Потому что были у меня подозрения с учетом того, какие... Молодцы здесь работали, что крыша может течь. Ничего не течет после снега. Кстати, я вам еще хотел показать то, что я нашел из косяков в этом доме. Пройдем вот сюда, насколько позволит, скажем так, земля достаточно сухая. Видите, вот эта вот коробка, вот она, с выводом для кондиционеров. Вот это вот дело. Его здесь быть не должно, то есть отсюда должен уходить специальный такой рукав, уходящий вниз, кавер, который будет защищать все вот эти трубы и патрубки. Но его в этом доме нет. Вот, ребят, смотрите, я прошелся по грязи, и вот что у меня образовалось на ногах. Поэтому я ходить особо по земле не люблю. Я вам, может быть, сейчас попробую показать... Что я имею в виду под этим кавером, и пройду с вами в соседний домик и попробуем с вами посмотреть. Ну, как вы видите, земля, асфальт, по крайней мере, уже высох давно, здесь тепло, и давайте с вами пройдемся по нашим зеленым дорожкам. Вот они для чего, кстати, делают. Кому было интересно, кто интересовался, для чего вот это зеленое кладут, кладут его для того, чтобы можно было более-менее чисто ходить. И завернем вот сюда за уголок, помажем нашу обувь еще. Вот, ребят, смотрите, про что я вам говорил. Видите, вот эта вот штука, которая здесь держится, и она защищает вот эти трубки, чтобы на них не падало ничего, вода, снег, в общем, от всяких невзгод. Но на том доме этого нету, там просто какая-то металлическая коробка. И я не знаю, почему это так сделано. Вроде как запчастей-то у всех хватает. Давайте еще в этот дом зайдем. Я помню, здесь птицы жили. Кстати, смотрите, насколько здесь все грязно.
А в том доме у нас чисто. И вот она, видна разница между домом, в котором уже окна поставили, и домом, в котором окон пока еще нету. Лед тоненький. Никакие краны нигде не повыдавливало, потому что окна стоят, в этом доме тепло. Но птиц сегодня здесь нету. Видимо, потому что на улице на солнце достаточно комфортно и интереснее, чем тусоваться им в доме. Все. На этом у меня апдейт постройки закончился. Как мы поняли, приезжал электрик, провел, может быть, полчаса времени на том объекте. Поставил розетки, которые должны были быть по умолчанию. Это не все розетки. Ему надо будет приезжать еще раз, ребята, и ставить розетки, которые там должны быть, которые добавил уже в дизайн-студии заказчик. Так что на этой стройке, которую 2 недели назад должны были уже сделать и подготовить к инспекции внутренней, до того, как все стены зашьют гипсокартоном, ничего не делали, потому что холодно, потому что зима. Вот, наверное, все, да, ребят, других апдейтов по этой стройке нету. Встретимся здесь с вами через неделю. Спасибо, что посмотрели. Пока.